Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, как влияет температура и освещенность на рост рассады перца. Вот эти все перцы у меня росли в разных условиях. Вот эти перчики посажены на 3 недели раньше, я их сеяла 30 января, а вот эти 20 февраля, хотя вот эти по росту одинаковые, а вот эти, посеянные в один срок, отличаются по высоте. Все перцы я пикировала в 100-граммовые стаканчики, и до перевалки они у меня находились в одних и тех же условиях. Это температура 26 градусов и относительная влажность воздуха 60-62%. А после перевалки вот в эти стаканчики я уже их расставила по разные места. Вот эти, естественно, чуть пораньше, на более затененный прохладный подоконник. Эти у меня стояли тоже на подоконнике, но на восточном, ярком и теплом. А вот эти стояли у меня на искусственном освещении, то есть под фитолампой весь день. И у всех у них был 14-часовой световой день. Тут я досвечивала. Что же я получила? Рассада, которая росла на холодном подоконнике, вытянутая, все-таки дневного света мартовского ей не хватало по интенсивности. Рассада, вы видите, с длинными междоуслиями. Но росла она медленно, поскольку было холодно. Вот эта рассада росла на восточном окне, но там очень высокая температура. Она тоже вытянулась, потому что было слишком тепло и не хватало интенсивности солнечного света. Рассада по высоте догнала посеянную на 3 недели раньше. Вот у всей этой рассады я посчитала абсолютно все перчики 12-13 листочков. И после 13-го листочка уже завязываются, закладываются бутончики. Вот они уже тут видны. А вот эта рассада коренастая. Посмотрите, какие у нее короткие междоузли. Она не тратила силы, энергию, питательные вещества на рост в длину, на выращивание междоузлей, а на листья. Вот если сверху посмотреть, посмотрите, насколько они отличаются. Здесь листочки уже реденькие такие, а вот здесь прямо вот они плотные, крупные. Хотя здесь вся рассада подкармливалась только один раз. И горшочки я покажу, скажу вам, небольшие. Всего 200-250 грамм. Но этого объема ей вполне достаточно. Эта рассада росла в идеальных условиях, которые, вот как выяснил эксперимент, для перца прям подходят. Это температура 25-26 градусов и влажность воздуха 60-62%. И 14-часовой световой день. Вот можно было его немножечко даже уменьшить, потому что вот слишком вроде рано бутончики начали закладываться. Можно было перевести на 12-часовой день, чтобы она еще немножко нарастила листовой аппарат. То есть вот, вывод какой? Чтобы рассада была крепкая, коренастая, обязательно хорошее освещение фитолампы и 12-14-часовой день. В теплых условиях и при недостатке света рассада вытягивается. Вот такой сегодняшний наш сюжетик. Если вы посчитали, что видео вам полезно, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал с Ольгой на 6 сотках.